Anywhere in the world. Свою третью попытку в секторе толкания ядра выполнил Денис Курцев, Москва. Полина Рыбченко, Москва, Ленинградская область, выполнила свою третью попытку. Да вот Мария Быкова впереди, как и подобает обладательницу высшего мирового достижения в этом году, 6:05:29, и она убегает от соперника. Сейчас посмотрим, чем закончится первый километр. Продолжается соревнование в секторе прыжка в высоту, где занимаются мужчинами эти планки на отметке 1.24 м. Пока Быкова уверенно лидирует, но что соперница. Рима Радько, Новосибирская область, на второй позиции. А тут еще одна есть спортсменка, она под 717 номером. Это самая молодая эта участница, Евдокия Пукина. Ей два дня назад исполнилось 20 лет. То есть она выступает по молодежной группе до 23 лет. Вот она сейчас на третьей позиции. Свою вторую попытку в тройном прыжке только что выполнил Алексей Федоров, Московская область, Смоленская область. Ну что, Быкова слишком увлеклась, снизила скорость, и вот ее догоняет уже Радько, а там и Пукина недалеко. И заканчивается половина дистанции. Так, Пукина приближается к лидерам. 3:01.54. Это на 9 секунд быстрее, чем в первом забеге. То есть сейчас они идут на результат порядка 6:07. Близко к мировому достижению Радько выходит вперед. В своей второй попытке Алексей Федоров влетел на 16 метров 90 сантиметра. Результаты первого забега. Екатерина Рогозина, Новосибирская, 6:16.84. Анастасия Великая, Краснодарский край, 6:23.90. Татьяна Сипряева, Башкортостан, 6:30.10. Евгения Соболева, Удмуртия, 6:37.71. Екатерина Досейкина, Рязанская, 6:39.91. Юлия Терехова, Удмуртия, 6:40.87. Дарья Туркала, Челябинская, 6:46.09. Диана Тартакынова, Республика Саха-Якутия, 6:40.18. Итак, Рима Радько, Новосибирская область, за три круга до финиша впереди. Вторая Евдокия Пукина. На третьей позиции Ольга Тарантинова.
Так, сейчас Радько проходит район финиша. Два круга и 400 метров. И 4.53.28 за 400 метров до финиша. Наконец. Все три толкания игра лидера соревнований Максим Сидоров. Ну вот Быкова вновь вроде обретает силы, смотрите, выходит на третью позицию, пытается догнать Букину. Последний круг. Вы вот до трибуны на длине не добьете?